Всем привет, дорогие друзья, с вами Родригес, мы продолжаем играть 35 миллиметров. Мы убежали в прошлой серии от мародеров, была жуткая перестрелка. Но мы, ребята, выжили, мы выжили. Так, мы идем дальше, у нас... Так, пистолет есть у нас? Пистолет патронов нету. Нет, совсем патрончиков. У меня есть только топор, нож и что-то там покушать. Что-нибудь... Так, это здесь открывается. Прошлый, кстати, раз мы открыли, посмотрели. Здесь я ничего не увидел. Может, здесь нужно что-то разрубить? Нет. Порубить нельзя ничего. Я думаю, здесь ничего нет. Пойдемте дальше. Пойдемте за нашим другом. Так. Я все пытаюсь, ребят, найти какие-то интересные вещи. Может быть, здесь они спрятаны, потому что здесь ничего не подсвечивается. Нужно самому искать все максимально, это приближено к реальности. Так, в этой игре. Автобусы открываются? Нет? Можно залезть. О. Опа-опа. Наверное, нам сюда пройти нельзя будет. Или можно? Или все-таки можно? Посмотри-ка. По-моему, можно сюда будет пройти. Не знаю, насколько это... Так, погодь. Ну, о, что-то есть. Не зря мы шли сюда, ребята, не зря. Оказывается, здесь мы нашли еду. Здесь у нас еда и ящик. Можно открыть? Ящичек, откройся. Пожалуйста. Ну, одну банку мы нашли покушать. Я надеюсь, это нам поможет. В дальнейшем, так. В закутке. Там ничего... О, что-то мы нашли, слушай. Края-то не такие заброшенные, как казалось. Посмотри, как тут там пошел. Это какая-то интересная фишечка. Ребят, посмотрите, мы что-то нашли. Какого-то дядьку. С дипломатом. Он пошел в сторону какого-то здания административного, видимо, да? И это... видимо, не зря, ребята, не зря. Здесь в игре полно различных отсылочек каких-то, ну, я не знаю, отсылочки, не отсылочки, но какие-то вот маленькие такие вот сюжетные какие-то вещи, которые, можно, вот если бы мы сюда бы не прошли, мы бы этого не увидели бы дядьку, не нашли бы банку тушенки, консервы какие-то, да, которые мы отыскали. По сути, может быть, это как-то бы повлияло как-то по-другому на сюжет. Так, то, чего, до чего же величественные раньше сооружения строили, внушает. Ну да, большие сооружения, в принципе, довольно, так сказать, обычные даже здания, не знаю. Что там такого величественного? Так, машину нельзя открыть, машину я не могу открыть. Может, багажник можно? Нет? Нельзя. Окно можно разбить? Ах, так бы хотелось, вот так бы хотелось разбить его. Так, я пойду вот там обыщу еще, посмотрим. Нужно в тот конец участка попасть. Ага, я понял. Подожди, дружище, подожди. Не спеши, потому что, может быть, мы что-то еще здесь найдем. Прикольное. Так, здесь куча контейнеров заброшенные. Слушай, у нас фонарик же не включен? Нет, не включен. Заброшены какие-то места. Наверняка что-то здесь должно валяться. Может быть, на лавочках лежит? Нет, на лавочках нет, ничего. Давай пройдем здесь, что-то здесь мухи, может, трупак как... какой-то. Впереди там кто-то есть, по-моему, а? Что-то мне так кажется. Так, в автобус проникнуть тоже нельзя. Давай. А если обойду с другой стороны, он пойдет... Внутрь здания, да? А мне, наверное, нужно как-то так пройти. Кровать, кстати, пожалуйста. Можно, наверное, лечь, да? Нет? Нет, нельзя. Так, ладно, давай пойдем. Дальше пройти. Кстати, здесь дверей же нет, да? Попасть в это здание тоже нельзя. Я обхожу как-то вокруг все. Не знаю, хорошо это или плохо. Давай пойдем лучше за ним.
Давай пойдем за ним, чтобы уже точно. Может, кстати, на второй этаж попасть. Короче, здесь большое здание. Нам нужно, наверное, двигаться вместе, мне кажется. Иначе будет не так прикольно. Так, а где он? Ага, вон он туда прошел. Хорошо. Так, а здесь еще здание. Смотри-ка, не обследовано. Двери. Открывайся. Нет, закрыто. Сцена, большая сцена. Жутковато здесь, ребята. Прямо жутковатенько. О, может, какие-то у нас ящички откроются, а? Нет, все задрали, а? Все задрали. За сцену попасть тоже не могу. Здесь все забаррикадировано. А вот так вот, да, ребята. Все закрыто напрочь. Ну ладно, большое здание, большое. Куча... О, кстати, может быть, в ящиках что-то мы посмотрим, а? Здесь ящики есть какие-то. Так, стоять. Давай сюда. Пойдем вместе тогда с нашим напарником. Мы уже тут много преодолели, пережили довольно многое. Так, вот эти вот ящики. Что здесь? О, есть что-то. Так, ну давай, откройся. Но нам нужно что-нибудь интересное. Ну же. Здесь тоже все закрыто. Печалька. Да, печально, конечно, в том плане, что ящик есть, открывается, а там ничего нет. Да. Так, он куда попер? Он попер. Огнетушитель, кстати, есть. Тут уже ничего не видно. Плохо видно, по крайней мере. Я тут вижу ящики. Так, они не открываются. Кто-то двери замотал. Рубануть бы чему-нибудь. Двери замотали. Это по нашей части. Мы сейчас это быстренько сделаем. Двери, размотать двери. Это без проблем. Мы это сейчас быстро. Так, в этом ящике. Не все ящики, ребята, открываются. Не все. Далеко не все. Вообще даже очень редко. Какой из них открывается. Очень даже редко. Можно найти какой-то... Так, ящичек. О, например... Здесь мы не были. Наверняка что-то с этой стороны тоже имеется. Можно подняться наверх из с другого плана, я так думаю, да, залезть. Так, давай сюда. Вообще игрушка довольно, так сказать, как я уже и раньше говорил, ребята, неторопливая на то, чтобы что-нибудь отыскать, найти и как-то выжить в этих суровых и неприветливых, ребята, буднях. Которых вот как-то мы попали. В которые мы попали, реально попали. Так, давай поднимаемся на второй этаж. Ничего здесь нет. Я думаю, ничего здесь нет такого. Так, все, я устал бежать. Нам нужно подняться на второй этаж. Посмотреть, что нашел наш напарник. Так, он предлагает рубануть вон там он. Оба, трупак. Да ладно. Вот они что, откуда мухи, да? Я не знаю, подымутся они или нет. Тут, кстати, куча, ребят. Трупаков вообще вагон просто. Так. Ну, у нас, если что, есть топор. Если что, у нас есть топор. Боже, какая ужасная смерть. Они странно как-то, почему-то все в крови. Это ребенок даже, да? Да ладно, это ребенок. Это был ребеночек. Так, это у нас здесь подняться можно было, да? Угу. Понятно. Так, ничего в этой комнате тоже я не нашел. Вот еще какие-то двери. Тихо. Тут, кажется, что-то открывается. Наконец-то. Что там такое? Ничего нет опять. В ящике. Нам здесь непросто, ребята. Так, глобус. Ха-ха. Можно покрутить, кстати. Можно с легкостью покрутить. Газеты валяются. Трудно. Газеты... Мир начал сходить с ума еще до всех этих событий, если подобное считалось искусством. Чертовы бумагоморатели, которые прикрывали свое неумение рисовать глубокими идеями, смогли неплохо заработать.
Так, тут комп стоит, прикиньте, системник. Так, стоит два монитора мы нашли и компьютер. Да, можно было бы, ну да, подключить их никак, наверное, не получится. Это наш напарник тут рассуждает, видимо, на такие темы. Так, давайте здесь осмотримся тоже. Ничего в этих ящиках. Может быть, что у трупаков есть? Ну, прям вообще голяк. Ребята, все, обыскиваем. Голяк, голяк. Редко что найдешь. Вот я пошел в тот закуток. Твою мать! Твою мать, а? Да ладно! Так, ребят, ну вот я заново все прошел. Здесь у нас растяжечка лежит, которую мы не заметили. Нужно так подкрасться было. Нужно аккуратно. Здесь плохо так все видно, капец просто. Так, я могу как-то ее... А, рубануть их надо чем-то, понял. Вот так вот, да. Тех, кто двери замотал, рубануть надо чем-то. Ну, не знаю, может быть, здесь что-то будет ценное. Может быть, здесь будет что-нибудь ценное. Есть! Ух ты, противогаз лежал. Так, еду мы нашли. Отлично. Здесь довольно опасно бывает. Я что-то прям, знаешь, забегался, расслабился. И шарах, и все просто сразу завалили. На раз. Сразу валят, сразу. Просто даже не успеваешь ничего, даже никакую аптечку достать, ни еды, ничего. Ну да, растяжка, она есть растяжка. Это такая мина. Ее, кстати, взять можно, нет? Ее взять нельзя. Вот она, растяжечка. Взять ее нельзя, ребята. Прикольно, прикольно. Так, что тут у нас? Может, в этот раз что-то появилось? Кстати, ребят, я когда вот перепроходил этот момент, я в начале карты слева, где мы нашли еду, где мы в щели увидели человека, который там с чемоданом пошел, да, я нашел там аккумулятор, ребят. Посмотрите, там будет аккумулятор возле, лежать возле УАЗика. Возле УАЗика лежать аккумулятор будет. Не возле таблетки, а другого УАЗика. Вот. Собственно, как-то так. Не знаю, вот он, я нашел, вот он внизу аккумулятор. Ну, я давно хотел его взять, какой-либо аккумулятор, но он не брался. И вот тут случайно, видать, нам нужно было сдохнуть, чтобы нам найти этот аккумулятор. В итоге, по второму разу, когда начал перепроходить, я нашел аккумулятор, это круто. Надеюсь, он нам пригодится, ребят. Надеюсь, он нам пригодится. Так, утки. Здесь больше ничего нет. Одни утки и трупы. Утка под кроватью. Так, ну давай, разрубим. Что у нас здесь? Открывайся. У-у-у-у-у. Давай, иди вперед. А может, мне наверх пойти лучше, а? Погоди. Ну, открыл я двери пока. Давай-ка я пройдусь поверху еще гляну, что тут у нас. Жалко-то здесь сохраняться нельзя. Здесь сохранение только происходит... О, что-то мы нашли. Письмо какое-то. Только в определенных точках. Так, привезли сюда 3 дня назад. Страшно. Повсюду жуткий гнилостный запах. Видимо, в этих стенах уже немало душ покинуло наш грешный мир. Стараюсь сохранять оптимизм, но улучшений пока не наблюдается. Тяжело думать о смерти, сложно представить, что в такой-то момент ты перестанешь ощущать, видеть сны, мыслить, ведь мы всегда были способны к этому. Мир существует для нас только для нас только благодаря возможности его ощущать. Такие моменты помогает только вера во что-то высшее. Вера в то, что после этой жизни следует какая-то другая. Хотя атеистам быть тяжело, ибо поверить в такое непросто. Что ж, как помрем, там и посмотрим. Да. Ну, такое вот письмецо. Так. Что-то у тебя еще ли есть? Все. Привезли, умер. И все дела. Да, печально, конечно. Очень-очень все жестко. Так, фонарики я стараюсь не использовать. Прям использую, ребят, по минимуму, чтобы сохранить максимальное количество батареек. Так, здесь опять растяжка, прикинь. Вообще, сейчас бы попал бы. Конкретно, конкретно. Посмотрите, сколько растяжечек-то стоит. Надо аккуратно. Пришлось бы опять переигрывать.
Вполне такое возможно было бы. Так. Что тут у нас? Что-то какое-то место такое. Не очень. О! А, Д, листать. Какие-то... Я не знаю, кто это был. Ну, возможно, какие-то известные личности. Что-то я не припомню таких. Так, телефон. Телефончик у нас не работает. Какое-то дело, кстати, лежит. О, еще одно письмо. 28 октября нас привезли в Бор. Выискивали, видимо, через картотеку медкафедры. Выдали форму, средства защиты. Чутких указаний не было. Сказали лишь, что больным нужен тщательный уход. Тогда здесь было всего несколько десятков. В основном интеллигенты да толстосумы. Через неделю сюда навезли целую толпу. Тогда мы уже не знали, куда складывать трупы. А все залы и номера заполнены больными. Стараемся поддерживать их, но люди умрут как мухи. Слава богу, у меня, кажется, невосприимчивость к вирусу. Но проблема в том, что с территории нас никуда не выпускают. Зону тщательно охраняют. Но больше всего охрану входа в третьем корпус туда периодически запускают группы людей серьезных и молчаливых. Их привозят на броневиках, сопровождают в корпус, и больше мы их не видим. Будто сквозь землю проваливается. Так. Интересно, третий корпус. Не зря мы сюда зашли. Не зря. Посмотрим другую комнату. Вот, например, здесь. Так, растяжки. Че тут как? С растяжечками. Все нормально. Блин. Зомбари бы не встретить никаких, у нас же ничего нету. Отбиваться-то нечем. Ну, топоры есть, окей. Топор да нож. Пистолет уже все. Выдохся наш пистолетик. Больше нет. Жаль. Нужны патроны. Край патроны нужны. О, что-то есть. Что это такое? Нет, опять же, не то. Опять же, какие-то баночки, скляночки, которые мы взять не можем. Жаль. Так, ладно, пойдем. Так, все я смотрел здесь, да? Получается, а может еще... А, мы сюда еще, по-моему, не заходили, да? Так, смотрим растяжки. Все, проходим. Какие-то баночки, картина. Так, все окей. Красные ящики вообще не открываются. Ух ты, сейф какой-то. Да ладно. Погоди. Не понял. Так, это что-то серьезное, ребят. Сейф. Так, ребят, ну не знаю, как я сейф открыть. Нужно... Пойдемте, наверное, сюда. Пойдем сюда, наверное. Без понятия, где там пароль. Где чё? Так, мы куда-то вышли, ребята. Мы куда-то вышли. Чё такое? Чё там здесь стал? Чё такое? Чё, дружище? Так, он идет куда-то прямо. Не знаю, ребят, с сейфом без понятия, что нужно сделать. С сейфом что нужно сделать, а? Так, 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 так. Все как-то мрачно здесь, очень даже. Очень даже мрачноватенько. Очень мрачноватенько. Так, он идет куда-то еще выше. Погоди. Не забыть бы нам, если что, как бы вернуться. Там еще внизу, я вижу, еще комнаты разные. Капец, здесь территория-то большая. Так. Шухер, пригнись. У нас компания намечается. Да ладно.
Давай быстро в тот зал, пока не засекли. Да ладно. Давай, скорее. Давай, 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 заходим, заходим, заходим. Блин, там можно было другие комнаты обыскать. Может быть, как-то можно было бы еще, ребят, сейф отыскать. Напишите в комментариях, что с сейфом делать. Можно ли его вообще вскрыть как-нибудь, а? Для чего я нашел, ребят, аккумулятор? Может, нам понадобится в дальнейшем для того, чтобы мы завели какую-нибудь тачку? Видимо, как-то для этого, наверное, да? Так, ну что ты там? Что он делает? Так, и чё? Да. Мда, мда. Хреновое у нас положение. Отсюда нет выхода. Все двери заперты. Все двери заперты, отсюда нет выхода. Ты точно проверял все двери? Откуда ты знаешь, что все двери заперты? Черт возьми, там кто-то приехал. Там кто-то приехал. Может, что-нибудь мы найдем? Так. В ящиках ни черта, нет? Это вентиляционные шахты. Под этим зданием проходит тоннель, секретная ветка. Можно попробовать спуститься туда. Так мы сократим время и доберемся до города почти по прямой. В подземельях никого нет, поскольку мало кто знает об этих входах. Нужно только оживить этот лифт. Оживить этот лифт. Пошарь по помещению. Где-то должен быть автономный источник питания. Давай. О, что это такое? Что это такое, не вижу. Просто ящичек, да? Так, я все-таки возьму, наверное, с собой топор. Где-то должен быть автономный источник питания. Замок заперт. Блин. Так. Этот ящик не открывается. Здесь тоже. В чем дело? Замок заперт. Где-то должен быть автономный источник питания. Слушай, может быть, где-то здесь даже? Такое? Кто-то ломает двери. Наверху они, по-моему, выламывают двери, ребята. Нам нужно срочно двигаться, искать автономный источник питания. Где-то должен быть автономный источник питания. Вот это что такое? Ты прикинь, все закрыто, замок заперт. Оба, здесь открыто. Здесь открыто, ребята. Блин, там наверху сейчас выломают двери. Чё это мы взяли, я не понял. Чё это мы взяли, а? Ох, какие-то ключи. Вот это да, рояль в кустах. Какой-то. Чё-то мы, ребят, нашли интересное. Ключи, видать. Чё это нам, значит... А, может быть, нам ключи от той двери нужны, да? Скорее всего, как-то так. Давайте скорее. Я думаю, ключи от той двери. Я думаю, куда-то сюда, наверное, нужно идти, да?
Открыли. Канистру можно взять? Нет. Так, фонарик только не гасни. Так, и что же нам тут сделать? Где-то должен быть автономный источник питания. Так, автономный источник питания. Оба. Вот так. Заработало что-то. Вот это да. Вот это другое, ребят, дело. Фу, нашли что-то. Отлично. Так, здесь я могу что-нибудь открыть, нет? Ничего не открывается. Свет, кстати, заработал. Так, здесь мы открывали. Все, проходим. Вау, замечательно. Успели. Я так думаю, успели. Так, два каких-то мародера. Они будут за нами. Граната! Сваливаем! Давай скорее. Ни хрена себе. Вот это жахнуло. Так, начинается жара, ребята. Я так думаю. По-моему, у нас большие проблемы. Нужно скорее питание отрубить, чтобы эти спуститься не смогли. Ты давай дальше вали, я тебя догоню. Так. Там тоннель внизу. Иди направо. Дойдешь до развилки, уходи в левый перегон. Если вдруг свет увидишь, очерти фонарем круг. Если так же ответь, это я. Если нет, лучше беги. Давай. Чё? Очертить фонарем круг. Если так же ответят, то беги, да? А если так же ответят, то это я, да? Ну, то есть это он будет получать. Понятно, короче. Так, я туда пройти не могу к нему. Он там что-то делает, отключает это питание или что? Так, о, есть батарейки. Взяли, хорошо, нормально. Так, ладно. Нам нужно бежать по тоннелю. Направо, он сказал. Давайте налево тоже сходим. А что там может быть? Что-то и налево быть. Нет, туда нельзя. Туда мне не нужно. Идем направо. Я возьму топор. Так, надеюсь, здесь никаких ловушек не будет. Тут у нас здесь еще грохнут. Так, побежали. Ничего не вижу. Это, наверное, что у нас, катсцена какая-то, да? А, переместились мы в другую локацию. Так. Главное, нашего напарника. Ой-ой-ой, стрельба. Ребята. Так, тут замок. Разбить можно? Топором. По замку-то можно разбить же. Нет, видимо, нельзя. Так, а здесь что? Здесь можно пройти. Отлично. Черт возьми, здесь ничего не видно. Так. Окей, окей. Там что, внутри ничего нету, да? Так, здесь что у нас? Погоди. События и факты. Что дальше? В стране объявлено чрезвычайное положение. По последним заявлениям официальных структур, смертность от новой, ранее неизученной лихорадки становилась уже порядка 40% населения. Аналогичная ситуация наблюдается в других странах. С прошлой недели информация от властей не поступала в народе. Поговаривают о том, что высшие чины уже давно эвакуировались вместе со своими семьями и в более отдаленные от очагов заражения зоны. В связи с сложившейся ситуацией контроль за порядком в городе слабеет. Акты вандализма, грабежей и убийств возросли в несколько десятков раз. В акции протеста и демонстрации только провоцируют распространение инфекции.
Так, мир волков. С условия кризиса ритейлеры повышают цены на 200-400%. Похоже, что в этой истории человеку волк. Если вы слабы, но еще живы, вас добьют и отнимут последнее ради обогащения и спасения собственной шкуры. Котировки валют, нифига себе, подскочили. Вообще жесть. Техники безопасности, понятно. Ой, так, это нужно вот так нажать было. Так, хорошо. Ну, что хорошего? Ничего хорошего, конечно, но... Слушай, стул можно... А что это такое? Подожди, предметы никакие не мог двигать раньше, а вот именно стул сейчас могу. Значит, это к чему-то нужно. Так. Зачем нам стул? Что это такое? Что это вообще? Зачем нам этот стул? Реально. Я не знаю, ребят, зачем нам этот стул. Давайте его возьмем, может быть, для чего-то он нужен будет все-таки, а? А тут у нас вот какая-то, может быть, карта. Может, что-то прочитать можно, нет? Так, нам фотография показала, что что-то там в тоннеле есть. Что-то в тоннеле есть. Я тут едва, ребят, смогу разглядеть даже, что здесь в ночи, ничего не видно. Так, давай, стульчик. Не знаю, зачем я его выношу. Может быть, он нам в дальнейшем пригодится. Черт его знает вообще. Без понятия, короче. Просто я его кину здесь, все. Там, что у нас здесь... Впереди. А, круг. Смотрите, кто-то. Короче, я как бы так тоже должен, да? Сделать, наверное, да? Или что? Покрутить фонариком. Или я туплю? Или это не мой напарник? Прикинь. Это просто, видать. Это просто фонарь. Черт возьми, здесь жутко. Здесь реально жутко. Я думал, это мой напарник уже впереди. Он же сказал, что я буду вот так крутить. А я тут тупанул вообще, короче, жестко, ребята. Жестко. А это просто вот такой вот... Что-то качается где-то. Твою мать. Что-то здесь стрёмно как-то. Ребята, здесь стрёмненько. Не люблю эти все вещи. Ходить по этим туннелям. Не очень-то прикольно. Так, что это такое? Еда? Я могу взять? О, костерочек. Слушай, у нас же есть зажигалочка. Мы можем ей воспользоваться. Чтобы хоть как-то осветить помещение. В вагон запрыгнуть тоже не могу. Туда пройти тоже, видимо, нельзя. Так, ладно, пойдемте. Может, где-то здесь проход какой-то есть. О, что-то есть. Что-то мы нашли. Так, телефон. Здесь ну что? Жуткая история. Так, еще какой-то туннель. Не особо мне здесь нравится, конечно. Вообще не нравится даже. Еще один стул, посмотрите. Стулья можно брать. Так. Видимо, какое-то строительство, чего-то. Так, тушенку тоже не могу взять, ничего. Консервы. Видимо, у нас так полно их. Где здесь чувство голода? У нас здесь нет, наверное, чувства голода. О! О, свет, слава богу. Зажигалка. Я ее взять не могу, ребят. Видимо, одна зажигалка, одной достаточно. Хорошо, запомним. Если вдруг зажигалка закончится, что здесь еще одна есть. Ух ты, что это? Тихо.
Я что-то нашел. Да ладно. Дай взять. Ну. Я не знаю, почему он не берется. Смотрите, там какое-то... Может быть, стул надо подставить, а? Может быть, для этого нужно стул подставить, чтобы нам запрыгнуть, а? Конечно, не знаю, но есть вероятность такая. Тихо. Дай-ка я запрыгну на стульчик, ну. Письмо! Дима, не дали больничный на неделю, так что в ближайшее время отдуваться тебе придется одному. Понимаю, на 5 дней работы это нелегко, но ничего не поделать. Не забывай следить за показателями и проверяй рубильники. Перед Степанычем особо не светись. Чуть не забыл, отвези в кладовку баллон из 18-го отсека, я его заправил. На всякий случай оставлю код от двери, если вдруг забудешь опять. Удачи. 2274. 2274. Где-то у меня здесь была ручечка, сейчас его прямо запишу. 2274. Код. Если вдруг нам пригодится код. Там какой-то у нас бурбончик или коньячок. Вот для чего нам стул нужен был, да? И там для чего-то, кстати, стул у нас стоял. Возможно, там можно было бы где-то наверх куда-то сгонять. Так, тут вентилятор включается? Нет, конечно, да? Так, тут тоже ничего. На кровать. Разбить вентиляционную тоже нельзя. Решеточком. Так. Главное, чтобы не было опять растяжечек, сильно не бегаем. О, что это? А что он не открывается? Для чего нам ящик? Ящик можно взять, но открыть нельзя. О, разбить его тоже нельзя. Интересно, зачем ящик? Реально, зачем он нужен вообще? Реально, зачем? О-о-о-о, твою мать. Чуть я не загорелся, а? Так. Что-то можно взять? Ничего. Кругом решетки. О, вентиль можно покрутить, да? Нет? Ну-ка, давай, крутим, крутим, крутим. И что из этого получится? А если в другую сторону покрутить? Ну, я, короче, покрутил, он больше никуда не крутится, ребят. И влево, и вправо, и всякое. Все, на максимум поставили. Не знаю, он еще работает, либо заржавел уже. Кстати, что-то услышал. Я что-то слышу. Какой-то грохот. Так, вон там, может, вентиляционное что-то у нас есть? Я что-то везде пытаюсь. Ребят, какой-то грохот, реально. Что происходит? Здесь закрыто. Здесь все закрыто. Ладно, побежали. Так, сколько у нас батареек? Батареек у нас 7. 7 аж. Так, нормально. Значит, мы идем куда-то вот сюда. Потому что везде все закрыто. Остается 2 туннеля. Либо сюда идти, либо вот сюда. Тут у нас какие-то есть двери, да? Давай тут тогда пройдем. Слушай, а по-моему, здесь я был или не был? Похожие места, конечно. Очень похожих. Но... О, баллон какой-то. Баллоны. Если вентиль открутить, может, они шарахнут? Здесь такое можно сделать, нет? Не знаю. Так, ребята, у нас что-то...
прям сегодня мы много чего уже нашли, откопали. Лампу включить не получится, да? Света здесь немного. Это реально, света прямо очень. Ох, что-то нашел. Не понял, что, просто шарил. Фонарик пытаюсь. Он не особо-то и хорошо освещает. Наверное, батарейки я нашел, скорее всего. Так, ладно, пойдем. Тут, по-моему, перекрыто, да? А, вот, теперь нам нужно пароль ввести. 2274. Так, 2274. Все открылось. Открылось, по-моему, да? Да, хорошо. Так, ребят, ну, значит, я туда пойду. Значит, и мне нужно сейчас гонять вот в этот туннельчик. Хорошо, что я пароль записал. А то я боюсь, что забуду. Сейчас бы забыл все и все. Пришлось бы опять бежать обратно. Так, а что у нас здесь? Нехорошо, что-то будто мозг плавится. Может, здесь радиация какая-то? Черт возьми, нужно убираться отсюда, раз нам пишут, что туда ходить не надо. Посмотрите, там что-то прям... Может, там радиация какая-то? Хрен его знает, ребята. Ну, туда, по-моему, ходить не надо было бы. Мозг плавится, там говорят. Давай сюда. Давай сюда, родной. Чё за хрень? Блин, главное тут не сдохнуть где-нибудь по глупости. На какой-нибудь растяжке. Так, здесь не пробиться. Здесь реально не пробиться. Идем дальше. А, вот все, пришли куда-то уже. Хорошо. Так, здесь уже, наверное, сохраняшечка, да, у нас сработает. Так, что это? Ух ты, ё-моё, а? Слушай, это не наш. Это не наш, брателло. Надо сваливать. Давай. Ну-ка. Эй! Так, мы сделали круговое вращение. Нет, это попадосы. Уходим, уходим, твою мать. Сваливай нахрен. Давай, 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 родной. Закрывайся. Фу. О, боже.